психологически себя надо уметь настраивать. Это первонаперво, потому что все у нас от головы. Вот если паника в голове, не будете правильно контролировать процесс вокальный, особенно пока вы учитесь. Потом уже, когда будет набита техника, уже когда какой-то автоматизм, пока автомата нет, дыхание правильно первонаперво, правильное дыхание головой дать задание, правильное. Панику убрать и спокойно вдохнул, и что-то вдох, вдох, правильно, вдох. И дальше не выдох, и все, мы выдохнули, все наружу, да. Она дыхание взяла и на нем заиграла, как будто бы на этом дыхании мы продолжаем петь. Они, мы продолжаем петь. Все, голос вот тут будет. Вот здесь будет короткий, отрезанный, и все на горло сядет.